Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу о том, как делала снеговика в технике грунтованный текстиль. Сначала сделала выкройку, ссылку на нее вы найдете в описании. Сложила вязь в два слоя и перенесла. В нижней части наметила отверстие шириной 3 см. Маленькими стежками прошила на швейной машине, после чего вырезала, оставив припуск буквально несколько миллиметров. В нижней части выкройки оставила припуск более сантиметра, а в вогнутых местах сделала небольшие надрезы. Затем вывернула. И не очень плотно набила холофайбером. Из очищенного медного кабеля сделала крепление для ножек. Вставила проволоку внутрь и зашила отверстие. Из той же медной проволоки изготовила подвес на голову. А затем его пришила. Простым карандашом наметила границы жилетки. Из ниток ирис при помощи крючка сплела косичку. А затем на ПВА приклеила ее на жилетку. Начало декорированию положено. Нижнюю часть решила украсить кружевом. Наметила границы кружева, затем по всей площади нанесла клей. Приклеила. Тело снеговичка готово. Для изготовления колпачка сложила вдвое капроновые колготки. Прошила на швейной машине и вырезала, оставив припуск несколько миллиметров. Готовый колпачок вывернула. Оставшийся капрон развернула и отрезала полоску для шарфика. Колпачок вымочила в клее ПВА, отжала излишки и надела. Для лучшего прилегания на голову нанесла дополнительный клей. Сформировала складочки на колпачке, так чтобы было красиво. Удобнее всего работать, когда снеговичок подвешен. Для подвешивания я сделала из проволоки крючок. Вслед за колпачком сделала шарфик. После чего из проволоки сделала два длинных отрезка, два средних и один короткий.
Концы каждого отрезка немного пожевала кусачками для лучшего скрепления с полимерной глиной. Эта проволока мне понадобится для изготовления ручек, ножек и носика. Лепила детали я из полимерной глины Санет. Перед работой полимерную глину как следует размяла. Начала лепить ножки. Сначала сделала что-то вроде невысоких валеночек. Затем носок раскатала. Вытянула пяточку. И загнула носок. Вставила проволоку. Изготовила вторую ножку и приступила к изготовлению ручек. Ручки лепила в виде варежек. Для носика скатала небольшой конус. Вставила проволоку. Чтобы сделать нижнюю часть носика плоской, я воспользовалась бумажкой с проколотой дырочкой. Все детали я запекла в духовке и приступила к приклеиванию носика. Отрезала лишнюю проволоку, оставив миллиметров 5, проколола дырочку на месте будущего носа и приклеила на секундный клей. Приступила к окрашиванию, смешала черную перламутровую краску с небольшим количеством белой и покрыла колпачок, шарфик и ручки. Затем зеленой краской окрасила жилетку, а также этой краской покрыла ножки. Красной краской покрыла нижнюю часть туловища. Ей уже нарисовала узоры на ручках и ножках. Личико покрыла белой краской. Темно-оранжевой краской покрасила носик. Основание носика немножко подкрасила смесью оранжевой с красной. Так я закончила основную часть покраски. Шилом проколола отверстие для крепления ручек. В отверстие вставила проволоку, на концах которой сформировала петельки. Очистила все проволоки от клея и краски. Сформировала петельки в нижней части снеговика. Нарисовала щечки. Использовала практически сухую кисточку и едва ею касалась. Темно-серой краской нарисовала личико.
На глазках добавила блики. Смешала белую, черную и желтую краску, получив таким образом теплый серый цвет, которым прошлась по всему снеговику, выделяя выпуклые места. Окрашивание вела практически сухой кистью, удаляя излишки на бумагу. Подкрасила также личико и тщательным образом основание носика, а также ручки и ножки. После этого я взяла золотую краску, убрала излишки с кисти и прошлась по некоторым местам снеговика. Закрепила ручки, ножки. Сделала петельку на колпачке для подвешивания игрушки. Снеговичок готов.